Мужики, всем привет. В общем, танцы с бубнами продолжаются. Вариантов я уже не помню, сколько я перепробовал. Как их только не заводил. Через верх, через низ, так, сяк, вот так, через центр. Ну, короче, видос еще отдельно будет. Я думаю, наверное. А сейчас предлагаю посмотреть другой видосик. Тоже на тему «Сделай сам». Своими руками. Батя изъявил желание сегодня показать свою сараюшку, так сказать. Он построил, вот там за окном наблюдали, да, немножечко со стороны в предыдущих видосах. Поэтому уважьте деда, досмотрите видос до конца. Он там немножечко показал, рассказал. В общем, всем приятного просмотра. Итак, начинаем показ нашего сооружения на хоздворе. Вот это будущий многофункциональный такой сарай. Он может заменять и курятник, и утятник, и гусятник, и свининец. Можно использовать. Вот я его обшил. Здесь сделаны задвижки, засовы. На данный момент сейчас тут склад чеснок перебираем. На данный момент. Тут вот сделано дверки внутри. Для того, чтобы если чистить, то отсекать их, чтобы они там были. Вот. Вот все, они тут свободно уже сам чистишь. Это у нас сюда можно сено бросать. Оно открывается. И еще одна половинка. Вот так. Вот. Открывается еще. Вот так. Таким образом. Можно сено бросать, можно проветривать. Когда жарко, пусть они лежат там. Будет сквознячок. На данный момент. И тут оно закрывается. Все. Почистили, сено бросили. Все. Пускаем их сюда. И продолжаем дальше. Это сюда. Закрыли. Все, никто никому ничего не мешает. Вот кормушки. Вот вода. Корыто для воды. Сейчас мы с той стороны покажем, как они функционируют. Тут ничего. Тут тоже все расположено. Тут открыто, чтобы сквознячок продувал. Чтобы не так они запаривались. Вот внутри там. Сейчас закрыто тут. Тут им будет зимой спать. Спальное помещение. Пока еще тут ничего и никого нету, но я надеюсь, что будет. Тут вот утеплили, чтобы не так дуло с под шифера. Также и там стены утеплили. Таким типа брезента. Сейчас пошли сюда. Идем сюда. Вот тут закрываем. Вот это все засов. Тут сейчас показываю, как сделал для воды. Вот открывается, льется вода. Если надо корыто помыть, достать его. Значит, закрывается. Вот это вытаскивается. Вот тут есть два фиксатора. Чтобы корыто они не вытолкнули на улицу, я его фиксирую. И таким образом вот оно вытащилось. Помыл. Вот. Вымыл я его, там вылил. Опять
Тут ось такі уголки, і тут уголки. Вот они, как на салазках туда. Раз, вот туда. Тут просверлена дырочка, тут загнутый гвоздь, и тут загнутый гвоздь. Вот я фиксирую их. Вот, зафиксировал. И тут зафиксировал. Вот теперь при любом положении оно не выскочит. Это закрываю. Потому что мы уже в 21 веке живем, потому что надо все быть, чтобы было красиво и удобно, и комфортно. Вот открываем кормушку, вот сыпем. На два отсека оно сделано, чтобы не крышку длинную, а там один отсек, насыпал, высыпал и закрыл. Крючков тут не надо, ничего, они цепь не пустят. И другой отсек. Открываем. Насыпал. Все. И закрыл. Все. Вот это тут такое. Все загорожено. Все сделано. Чтобы вроде, да, как бы и не было похоже на свининца. На сооружение такое красивое, чтобы никто не догадался. Ну, это так, многофункционально. Можно держать здесь и уток, курей можно держать, решетки. Забил, и можно держать курей. Тут загородить можно, тут будет двор. Также и гусей можно, и утей, что хочешь можно. Площадь позволяет этого, тут почти 30 квадратных метров. 4 на 7, 28 квадратных метров, так что тут хватает вот это. Ты сделал его, как говорится, полы там, пятерка лежит, там можно 40 лет не заглядывать на те полы. Материал БУ, полы с БУшного материала, все тут подгонял. Там бока обшил, оттуда шифер, внутри у нас идет типа прорезиновая такой полох. И сделали, чтобы полох они не рвали, в случае чего. Сделали дверями, досками, забили там. Ну что, какое было? Короче, толщина стенок хорошая, приличная, не продует ничего. И отсюда они не... выломают в случае чего. Так что тут делалось, у меня были раньше свининцы, но они временно и быстро делались за один день и стояли по 35 лет, а есть еще до сих пор стоит уже больше 40. Ну, его там показывать не надо, там уже пока служит как сарайчик. Так что я знаю их, если один раз построил, чтобы второй раз не возвращаться и не пристраивать до него. Все, вот такое сооружение получилось. Все доделал, все, как говорится, не спеша, до ума. И уже, как говорится, можно и принимать тут гостей, как будет возможность. Ну, я думаю, в наше время возможностей много. И такие возможности у каждого есть. Лишь бы было желание. А желание не у каждого есть. Но возможности есть. Ну, на этом можно и заканчивать эту передачу. Тут вы видели, укрыл, навесик сделал. Этот уже вроде репортаж был, когда строил. Вот так. Тут отсыпал дорожка. В случае дождя пройти можно под навесом. Так. Вот. Сынишки мастерская тут. Сделал тоже сам он. Для себя работает. Так что пока занимаемся таким.
как говорится, по хозяйственной части. Там, немножко там, все сразу не схватишь, ну, такое главное выхватываем, что можно быстро сделать, качественно и полезно, и надолго. Вот это самое главное, чтобы надолго его хватило, чтобы не разовое было. Так что материал есть, хватает, только время не хватает. Ну, я думаю, будем выбирать время и будем продолжать дальше. Как говорится, строить и созидать, как раньше говорили. Все. Все.